Так, ну давайте попробуем его вначале пощадить. Попробуем пойти по доброму пути. Пошел ты. Шикарно. Просто, я так понимаю, пощадить не удастся. Игра окончена. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это битва с Фредди во FNAF. Тут, кстати говоря, вообще эта игра называется Undertale FNAF Battles. То есть тут помимо Фредди еще как минимум два персонажа. Один из них плюс Трап, по-моему, это точно, и второго я не помню. Но вот это вот Фредди, Фредди Атак, слово Атак, кстати, по-английски написано неправильно. Это уже хорошо, это уже говорит о том, что, возможно, битва будет чертовски качественной, если вы понимаете, о чем я. Так, ну давайте попробуем его вначале пощадить, попробуем пойти по доброму пути. Пошел ты, шикарно. Просто, я так понимаю, пощадить не удастся. Ну и что делать? Еще Z, нажимаю и... Игра окончена. Ну давайте назад в меню тогда, раз он предлагает. Вот, Мангл, смотрите, Плашбир. Не Плюштрап, а Плашбир, Мангл и Фредди. Давайте еще раз Фредди. Фредди Атак, ну что, давайте, раз уж Фредди Атак, давайте теперь атаковать его. Или Акт, Акт, Акт не получается. Айтем нет никаких, смотрите. А сюда даже и нажать нельзя. Только файт. Оу, что это за говно? Что это за летающие вантузы? Фредди атакует, ну давайте еще раз. Пау. Смотрите, удар наносим, у него чуть-чуть здоровья отнялось. Он как-то странно довольно атаковал сейчас. Знаете, как он атаковал? Никак он не атаковал. Фредди атак, еще раз. О, в сторону. Красное говнище. Фредди атакует. Опять вантузы. Ух, слушайте, слушайте, вот это... Не, ну вы знаете, это работает. Атаки хоть и однообразные, но я пока не научился, как от них уклоняться, поэтому у меня уже осталось на 20% здоровья меньше. Еще файт. Уф, в сторону. Стоим на месте. Есть, отлично, вот это было просто, достаточно интересно. Фредди атакует, надеюсь, что следующие атаки тоже будут именно такими, не зубодробительно сложными, но тем не менее опасными. Фредди, прекрати, пожалуйста, вот так вот пригибаться постоянно. Ты чё, гопник-неудачник, который не может сесть на карта или что? Что у тебя с коленями? У тебя колени больные? Да, ну вот эту атаку ты, кстати, Фредди уже мог бы не использовать, она говно уже, пора. Смотрите, что-то черное. Так его не видно на черном фоне. Ух, блин. Продолжается. Черное говно продолжает летать. Это шляпы какие-то, что ли, я не понимаю. Там не видать особо, файт. Так, опять вантузы. Замечательно уклонился, но это было достаточно просто уже. 56% здоровья у меня. Из 99. Опять черное пойдет. Нет, вроде бы нет. Смотрите, Фредди отдохнул, Фредди решил нас не трогать. Чувак, пожалуйста, перестань на меня так смотреть. Ты реально меня пугаешь. Какого хрена у тебя прямо глаз, знаете, не мигающий взгляд такой, гипнотизирует. Прям в душу, блин, глядит Фредди. Фредди, не гляди мне больше в душу. Я должен сохранять какой-то боевой дух. Ты меня деморализуешь этим своим взглядом. Но вот меня все время тут задевает, я ничего не могу поделать. Так, еще атака. Только не черная вот эта срань. Пусть на меня, пожалуйста, не спускаются эти черные точки. Это самая сложная атака, она отняла у меня больше всего здоровья. В сторону. Стоим на месте. Прекрасно. Хорошо. Вот так вот мы и справимся. Вот так вот мы, Фредди, твою медвежью жопу надерем. Смотри мне. Так уже у него, кстати, там пол здоровья нету, как и у меня. То есть мы идем, в принципе, вровень. Фредди, атак, поехали. Вверх, может? Нет. Очень нехило задело, блин. Надо было реально как-то внизу стараться. Еще Фредди атак. Давай вот эту атаку. Все, я беру свои слова назад. Когда я тебе сказал, что не надо ее использовать. Используй ее, Фредди. Используй только ее. Потому что я только с ней нормально обращаться умею. Вот так, замечательно. Мы реально с ним вровень там, по-моему, идем. Давай-ка еще раз. Ну, это уже просто, это я уже научился. Знаете, единственное, чего я боюсь, что атаки других аниматроников будут такими же. Куда, кстати, делась музыка? Фредди, ты че вырубил эту? Граммофон вруби. Где музон, Фредди? Какого черта? Так, в сторону. Здоровье у него уже меньше, чем у меня, кстати. Я ему ударчики такие по его медвежьей роже и медвежьей сраке наношу. Приличные, нормальные. Так. Ага, Фредди опять. Фредди решил, что самое время передохнуть и не атаковать. Ну, правильно, Фредди. Фредди, в сторону! Уклонились. Да ну, Фредди, что ж ты музыку-то выключил в самом деле? Неужели тебе вот так вот весело? Было же намного веселее, когда мелодия играла. Давай хоть что ли... Спой что-нибудь, я не знаю, как ты там. В игре Five Nights at Freddy's ты пел неплохо, я помню. Трам-дам-дам-дам-дам-дам. Так, иногда сидишь там какую-нибудь третью, четвертую, первую, вторую ночь, неважно какую, и слышишь вот это трам-дам-дам-дам-дам-дам. Я помню это прекрасно. Это меня чертовски тогда пугало до усрачки, потому что не хочется ж по новой, чтобы тебя поймали аниматроники перепроходить, а он напевал эту песню, а сейчас не напевает ничего. Сейчас он молчит какого-то хрена. В полной тишине играем. Все, до свидания. До свидания, Фредди. До свидания. Больше я с тобой не играю. Ты...
Ты победил? Нажми Z. Прекрасно. Давайте попробуем. Плашбир. Плюшевый медведь атакует. Смотрите, тут другая музыка. А ну, а если его пощадить? Что он скажет? Нельзя. Вообще нельзя. Ну окей. Что, те же атаки? Те же атаки, только скин меняется. Плашбир, ты почему воруешь атаки у Фредди? Как тебе не стыдно? Ого, у него пол здоровья сразу снесло там практически. И он также украл... Какой-то неплохой, довольно приятный ремикс. Нереально, мне нравится эта мелодия. Если кто-то знает в комментах, как она называется, пожалуйста, напишите, чтобы я ее нашел и послушал потом отдельно, если вам не трудно. Плашбир атакует. Так, белые сперматозоиды, уворачиваемся, это легко достаточно. Так, ну чё, Плашбир, файт! А, ну желтый. То есть через них можно проходить. Лучше их вообще не касаться, наверное. Та-да-да-да-да-да. До свидания, Плашбир. Слушайте, это было несложно, надо отметить. Вот ты вот вообще, ты просто днищенский соперник, надо признать. Ну и давайте попробуем Мангл напоследок. Мангл атакует. А Мангл у нас типа Андайн, да? Ну, Мерси. Мерси, нет, айтем, нет, ак, нет. А что это три вот написано? Вот это вот три, это к чему? Три атаки у нее, я не понимаю. Или может у меня три жизни всего? У меня 52 там единицы здоровья, кстати. Ну давайте, файт. Ого! Да, реально, смотрите, стрелочки всякие, реально как Андайн. Файт, еще файт. Пока достаточно просто. Пока что я вполне понимаю, как уворачиваться. Мне не составляет никакого труда. В принципе. Мангл, ты что, зависла, что ли? Вот это битва. Вот это, ребята, всем битвам битва. Это просто невероятно. Это вот... Вот это я понимаю, Мангл. Во как надо. Во как надо атаковать. О-а. Нет, смотрите. Все. Все, пошло что-то новенькое. Оно, кстати, там что-то влево, вправо, вниз там поворачивается. Еще атаку. Ой, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. 37 из 52. А у Мангл, кстати, уже, по-моему, больше половины здоровья, если я не ошибаюсь, нету. Так, еще файт. Ну, вы знаете, это, конечно... Это, конечно, немножко другая атака. Но, Мангл, подруга ты моя, ты, конечно, извини, но что это за говно? Давай как-нибудь уже... Боевой дух в себе воскреси, мобилизуй в себе все силы. И атакуй меня нормально, блин, пожалуйста. Вот, вот это я понимаю. Смотрите, 22% здоровья. Между прочим, так можно и просрать. Что-то один там. Что за один? Цифра один уже вместо у Мангл там появилась. 17 из 52. Давай, файт. Так, опять ворачиваемся от этого. Слушайте, можно и проиграть. 7 единиц здоровья осталось, черт. Не-не-не, нельзя, нельзя. Еще файт. Победа. Просто поимел всех. Ну, вы знаете, видео получается коротеньким. Всех аниматроников я сдрючил гораздо быстрее, чем я ожидал, признаться. Поэтому сейчас поиграем еще во что-то. Итак, вторая игра, которую я выбрал на сегодня, это Undertale Battle Mode. Я напоминаю, она уже фигурировала у нас в двух выпусках, когда я сражался вот с Эрор Сансом и с Амальгаметом Six Bones, состоящим из Санса и Папайруса. Но он там еще довольно жуткий вид, они представляли из себя. И сейчас будем, вот он, Грилби. Давайте сразимся, к примеру, с Грилби. Мне интересно, что это такое. Грилби интенсивно пылает. Прямо интенсивно, прямо в поте лица пылает. Посмотрите на него, какой пылающий. Добрый молодец. Так, что мы с ним будем делать? Будем его щадить, конечно, потому что мы добрые, мы стараемся разрулить все по-пацифистски. Надеюсь, ты сгоришь заживо. Спасибо, Грилби. Очень хорошо с твоей стороны, черт. Так, ну это мы как бы идем сейчас. Грилби, он у нас в геноцидной. В геноцидной группе боев, поэтому получается, что мы всех поубивали для того, чтобы до него добраться. Поэтому он нам желает такого добра, я так понимаю. Бар горит. Придурок, ты очкастый. Меня хотел пожечь, но в итоге бар горит. Ты лишишься своего бизнеса, делай что-нибудь с этим. Давайте еще раз. Достаточно жарко. Так, ух ты, так, сейчас надо рассчитывать. Погодите, погодите, в какую сторону лучше? Давайте, вот, вот. А, вот проскочил. Отлично, проскочил. Первый раз получилось, второй раз получилось. Да это легко, чувак. Ты что, подумал, что ты сможешь меня вот этими вот своими сраными огоньками напугать? Еще пощадить. Достаточно жарко. О, и пузырики. Какие-то черные пузырики пошли. Так, ладно, хорошо. Он повторяет одну и ту же фразу. Как правило, в битвах Undertale это означает, что мы не на верном пути. То есть надо пробовать акт какой-то. Давайте, Даус, ты видишь стакан за стойкой. Тебе нужно его схватить. Не, не нужно его схватить. Я чё, алкаш, что ли? Я не понимаю. Я играю за чару. Чара геноцидника. Она за трезвый образ жизни. Как же ты на пьяную голову будешь убивать монстров? Кто так делает? Согласись. Давайте, акт. Ну, поехали. Эй! О, черт! Он меня решил обоссать в свои бутылки, непонятно. Так, там замечательная такая водяра с надписью «Ха-ха». Очень интересная марка водки, я
я такой, не знаю, или ликера, или, или вина, или что. Да я не могу увернуться. Я не могу выбрать правильную траекторию, чтобы эта санина меня не задевала. Бар горит. Давайте еще даус. Ты хватаешь стакан, он пуст. Он не привык к вину. Стакан не привык к вину. А к чему он у тебя привык? Ты, это бар, чувак. Это же бар. Ты что сюда, апельсиновый сок наливаешь? Я не понимаю. Молочко? Тут же взрослые такие брутальные мужики приходят в бар. Слушайте, эта атака достаточно простая, по-моему, да? Или я так сразу как-то научился прям против нее сражаться. Бар горит. Еще даус. Ты экзаменуешь стакан. Просто, ну, как бы проверяешь его, я не знаю, разглядываешь его внимательно. Ну так сраный стакан, чё его экзаменовать? Он по-прежнему пуст, разумеется. Ты что думаешь, в нем магическим образом жидкость появится? Они исчезали. О! Так, это уже было. Это уже, блин, дохрена этих сраных огоньков. Я как будто бы, знаете, китайцев в Китае, столько и огоньков здесь. Я не понимаю, какого черта? Давай, убирай уже это говно, пожалуйста. Хватит. Хватит их на меня насылать. У меня есть что-то пожрать? Вафли и чипсы. Давайте чипсы съедим. Вроде это более питательно. Хотя черт его знает. Всего 10 HP, как-то маловато. Достаточно жарко. Что это? Что это за атака такая? Типа он меня в какой-то квадратный гроб уже просто положил и ничего не делал. Уже достаточно того, что я там нахожусь, да? Не, недостаточно, Грилби, я еще жив. Давайте-ка акт. Даус, ты проверяешь стакан, по-прежнему пуст. О, смотри. Я вот думаю, может, надо его убивать. Все-таки это геноцидный маршрут. Но с другой стороны, я вот прекрасно помню, что, по-моему, Эрор Санса я не убивал. Мне кажется, что я с ним как-то по-доброму разрулил, хотя он тоже был в геноцидном варианте. Давайте, Спид, ты солевитируешь в стакан. Это что должно быть? Нассал, что ли, в стакан? Непонятно. Этого недостаточно. Он не привык к вину. Не, ну вы видите, опять повторяются все эти потрясающие атаки. То есть, возможно, я сейчас еще попробую солевитировать стакан еще разочек. И посмотрим, что будет. Надо вафлю съедать срочно. Все это потом. Надо вначале съесть вафлю, мне кажется. Давайте. Тоже 10 HP. Ну что это за говно такое? О, и пузырики. Ну пузырики это легко. То есть от пузыриков я увернусь без каких-либо проблем, как мне кажется. Да, это элементарно, чувак. Придумай что-нибудь получше. Не, не придумывай. Не придумывай ничего получше. Не воспринимай, пожалуйста, всерьез. Боже, что я говорю? Давайте еще спид. А, типа плюнуть. Ты плюнул в стакан еще. И теперь стакан наполнен бримом каким-то. Не надо, брим, это что, это то, чем ты плюнул или что? Ты плюешь бримом, чувак? Во, вот так вот. Вот такая вот нужна траектория, наверное. Ой, а может и нет. Все-таки меня задевает. Так, вниз. Ах, да что ж ты будешь делать, не получается. Это самая сложная атака, короче. Это явно самая сложная атака. Давай еще спид. Он больше не держит чего-то. Чего он не держит? А, в сторону. Вот это легко было. Это я как-то сразу определился, что делать. Повезло. Так, давайте сюда. Раз, два. Отлично. Вот такого бы почаще. Давай вот эту атаку все время. Еще? Все, ребята, все исчерпано. Значит, только сражаться остается, по-видимому. Или может попробовать его еще разок пощадить после всего этого. Ну, я, в общем-то, это все не важно. Я сейчас помру. Реально сейчас помру. Убери свои сраные огоньки. Хватит. Ай-яй-яй-яй. 4 из 36, боже. 4 из 36. Мерси. Нет, это какое-то говно, это все не работает. Ну, значит, только сражаться. С этим только сражаться, по-видимому. Других вариантов нет. Давайте попробуем в следующий раз ему сейчас долбануть хорошенечко по его пылающей тыкве и посмотрим, что будет. Файт. Так. Ноль. Как это ноль? Что значит ноль? Я ударил по нему, я по центру попал. Что значит ноль? Грилби. Один атака, один защита. Иммунитет по отношению к вашим атакам. И что делать с тобой? И что с тобой делать, пылающая твоя очкастая башка? Я не понимаю, это как понимать иммунитет к атакам? О, ты бросаешь стакан на Грилби. Смотрите, после того, как мы поплевали, нужно еще раз выбрать команду Доус. Там их две, Доус и Спид. И выбираешь Доус, и ты бросаешь, и Грилби возгорается. Замечательно, сейчас пройдем, наверное. Вот как надо это проходить. Давай. Ты победил? 1000 очков? Все замечательно, ребята, замечательно. Мы вырвали победу у лап этого пылающего засранца. А, тут меня выкинуло на главное меню игры. Ну что, это все, пожалуй. Если вам понравилось то, что увидели, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.